Роста статистики онкологических больных в нашей стране нет, а если брать в сравнение с соседнюю Россию, то можно констатировать, пациентов у наших онкологов даже меньше. Так врачи учитывают не только количество диагностированных, но и ведут отдельный учет для самих диагнозов. На первом месте по распространенности как в мире, так и в Абхазии по-прежнему рак легких. А вот как дела обстоят с числом больных в целом? Вот в вопросах заболеваемости, значит, показатель данный высчитывается на 100 тысяч населения. И он составляет по России 400 там, с лишним единиц. По Абхазии он варьирует всегда 290-300 и может чуть с небольшим. То есть показатель заболеваемости у нас меньше. Наши онкологи обратили внимание на растущее количество пациенток, страдающих онкологическими заболеваниями, как принято говорить, по женской части. Речь идет о маммологических и гинекологических диагнозах. И пусть мировая практика не делит рак на женский и мужской, наши врачи рискнули создать кое-что новое. То есть, в августе прошлого года создали отдельное отделение, значит, онкопластической хирургии, маммологии, гинекологии. То есть, да, я хотел бы представить вот Мрамзу Витальевну Кварче, которая является заведующей этим отделением. Значит, несмотря на то, что вот в августе это отделение было создано, значит, мы как бы рассчитывали, что это отделение заработает, да, что люди проникнутся доверием, но я вам скажу, даже немножко были удивлены, то есть это превзошло наши ожидания. Сама Мрамза Кварча рассказала об особенностях работы в уверенном ей отделении, также подчеркнув, насколько важна сознательность непосредственно пациентов. Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что рак молочной железы в структуре онкозаболеваемости не только в Абхазии, но и в целом в мире, в структуре онкозаболеваемости среди женщин, занимает первое место, но при этом рак молочной железы в сравнении с остальными областями имеет хорошие прогнозы в лечении при своевременно оказанном лечении. Вот. И здесь, конечно же, прямая взаимосвязь. Чем раньше обратился пациент, то есть своевременно была оказана диагностика, своевременно лечение оказано, это напрямую влияет на перспективы дальнейшие этого пациента. Диагноз – это далеко не приговор, и пусть так легко звучат эти слова, но во врачебной практике довольно нередко встречаются доказательства им. Гости пресс-центра врачи-онкологи призвали к главному – не запускать собственное здоровье и обязательно проверяться хотя бы раз в год. Ведь чем раньше мы узнаем о проблеме, тем больше шансов решить ее раз и навсегда. Элеонора Гилоян, Рамо Камкия, Абаза ТВ.